Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Готлиб, иммиграционный консультант из города Сан-Диего, штат Калифорния. Сегодня мы с вами поговорим о переводчиках на интервью по политическому убежищу. Мы все знаем, что когда вы идете на интервью по политическому убежищу, если вы не владеете английским языком, вы должны привести с собой переводчика. Но начиная с сентября 2020 года по март 21 2021 года USCIS, чтобы предотвратить распространение COVID, чтобы предотвратить заражение COVID своих работников и также своих клиентов, начали предлагать тем людям, которые приходят на политическое убежище, своих переводчиков по телефону. Это правило закончилось 21 марта 2021 года, и начиная с марта 22 2021 года, они это продлили до 18 сентября 2021 года. Это означает, что если вы приходите на интервью по политическому убежищу и вы говорите на одном из этих 47 языков, то вы будете использовать переводчика, который вам предоставит USCIS. Если же ваш язык тут не перечислен, это означает, что вы должны будете привести с собой своего переводчика. Какие языки здесь перечислены? Значит, я скажу те языки, которые больше всех у нас по СНГ. Армянский, азербайджанский язык. Дальше у нас идет грузинский язык, русский язык, ну, румынский. Сербские языки, они, конечно, не СНГ, но все равно. Украинский язык и узбекский язык. Если вы говорите на одном из этих языков, то вы не должны с собой приводить переводчика, потому что они говорят, что если вы говорите на одном из ниже перечисленных языков, you will be required. Это значит, чтобы вы использовали переводчика-контрактора, который USCIS вам предоставит. Это все очень хорошо, но здесь есть маленький минус. Ниже они говорят, что если на момент интервью переводчик одного из этих языков, если будет недоступен, к сожалению, они вам переназначат интервью на другой день. Это не будет считаться, что это ваша вина, это будет их, то, что они не смогли. Поэтому они вам переназначат это интервью. Но я надеюсь, что когда вы пойдете, этих переводчиков будет достаточно, чтобы кто-то мог с вами сделать это интервью и помогал вам перевести. Значит, если вы не говорите на одном из ниже перечисленных языков, то вам нужно будет привести своего переводчика. Какие требования у них к переводчику? Вы всегда должны брать с собой, я бы сказала, профессионала, который знает свое дело, потому что к переводчикам есть свои особые требования, то, как они должны переводить. Если ваш переводчик по каким-то причинам будет неправильно переводить ваши вопросы, ваши ответы, вопросы офицера, то, к сожалению, они могут прекратить ваше интервью и они переназначат на другой день. Потому что, когда вы идете с переводчиком, на другой линии сидит другой переводчик, который проверяет правильность переводов человека, которого вы с собой привели. Поэтому, если вы давно ждали свое интервью, возможно, вам нужно позаботиться о том, чтобы с вами пошел профессионал, который хорошо владеет и вашим языком, и английским языком. Сразу скажу, что я не предоставляю такие услуги. Хотя я проработала переводчиком, но я больше не предоставляю услуги переводчика ни для USCIS, ни для других организаций. Вот такие у нас новости с вами, друзья. Еще раз просуммирую, скажу, что начиная с 22 марта 2021 года до 18 сентября 2021 года, если вы говорите на одном из ниже перечисленных языков, вам не нужно с собой брать переводчика на интервью по политическому убежищу. Это касается только по интервью по политическому убежищу. Если ваше интервью по браку или по другим, вы
если не владеете языком, должны с собой взять переводчика. Не с собой взять, а, кстати, чтобы он был на телефоне, потому что сейчас USCIS все еще не допускают переводчиков к себе в офис. Они будут вам помогать по телефону. Вот такие у нас с вами, друзья, новости. Остаемся на связи. Как всегда, нажимайте на колокольчик, оставляйте свои комментарии, делитесь этим видео. Я больше чем уверена, это видео будет очень полезно для других. С вами была Зара. Всего доброго. До связи.